Блин, я вспомнил еще одну супер хардкорную игру из своей юности, которую вот сейчас, наверное, можно очко порвать, если проходить. Это операция Flashpoint, из которой арма произросла. Помните первую операцию Flashpoint? Там миссия с партизанами в лесу. Сука, я часов 7 на ней сидел, наверное. Целый день просрал, в школу не пошел. Ну, это, кстати, заебись, на самом деле. Ненавидел школу, но... Блин, это была просто жопа разрывающая тема. Я просто вспомнил, что там тоже были летные миссии, они были, ну, просто... Блин, я бы сейчас поиграл бы во Flashpoint, на самом деле. Это такая задница, а не игра. Если ее вот сейчас, в 2019-м, пройти, то я считаю, что тебе, как ветерану, должны пенсию дать. Серьезно. Как участнику реальных боевых действий. И деревянную ногу в собесе. Но сейчас уже никто не помнит первую Operation Flashpoint. Ее даже переименовали, по-моему. Хотя там еще прикольный саундтрек был, я помню. Что-то захотелось в первую Operation Flashpoint поиграть. Короче, похоже, я просто голодный был, guys, так-то, да? Сажать самолет не обязательно, так засчитают. Ладно, зайдем на посадку. Нет.